Итак, мы сейчас находимся в храме Фушими Инари на горе Инари-Яма. И здесь это храм, во-первых, лисицы, богини плодородия, риса, жизни. Вот лисички сидят. И здесь есть дорога из тысячи ворот, тысячи тори. Вот они такие рыжие. Они находятся чуть ниже, мы сейчас пойдем к ним спускаться, но вот здесь, на вершине горы, находится такое вот что-то наподобие лабиринта. Сейчас я в него вернусь. Так, заходим внутрь. Вот здесь можно поблуждать, походить. Иногда здесь даже можно встретить вот таких лис. Вот показалось? Лиса? Нет, правда, лиса была. Слушайте. Какой-то кошмар. Лисы ходят. Настоящие, да. Так. О, еще люди. Здравствуйте. Коничева. Коничева. Вот видите, японцы, да. Японцы ходят. Так. Куда здесь еще можно войти? Попробуем, например, войти вот сюда. Так, проходим сюда. И опять какая-то лиса прошивает. Смотрите, смотрите. Не поворачивается. Не повернулась лиса. Так, не повернулась. Так. Ну, вот такой лабиринт. Из маленьких торий. Вот там наверху, кстати, большой камень стоит, около которого все молятся. Там колокол специально висит, который нужно позвонить. Так. О, опять какие-то люди. Кончева. 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 Вот лиса. Такая интересная черная лиса. Вот. Ну и вот подойдем к таким лисичкам. Вот тори и лисички. Вот. Это что-то наподобие фартуков, да. Вот такие лисички. Вот. А вот здесь у лисички, значит, мяч или шар, я не знаю. И вот здесь вот, может быть, это какой-то рулон бумаги, я не знаю. Вот это вот так вот выглядит. Вот такой. Такая вершина горы в храме Фушими Инари.